Добрый вечер, Киев. Сегодня наш активист из Харькова и организатор харьковского Майдана Дмитрий Кюрикмец уезжает в Харьков для того, чтобы сыграть свою свадьбу. Он женится. Давайте его поприветствуем и пожелаем ему долгих, счастливых лет совместной семейной жизни. Революционной семейной жизни. Браво! Добрый путь тебе! Добрый, семейный, долгий и счастливый путь!